Торговый дом «Киргу» не остался в стороне и устроил праздничное мероприятие для ветеранов Великой Отечественной войны. Ежегодно представители торгового дома проводят концертную программу для тех, кто защищал Родину. Этот год не стал исключением. С подробностями праздничной акции Алина Багилова. Внимание к ветеранам – святой долг потомков. Киргу на протяжении 10 лет активно взаимодействует с участниками Великой Отечественной войны. Оказываем уважение и благодарность за победу. Торговый дом «Киргу» я лично поздравляю всех жителей Дагестана с Днем Победы. И желаю всем счастья и мирного неба над головой. Наше мероприятие, которое мы сегодня проводим, это наша ежегодная традиция. Она дает нам самим не забывать подвиг наших отцов. Мы чтим память наших предков и хотим, чтобы эта память всегда оставалась в памяти и наших детей, и внуков. Несмотря на возраст, несмотря на годы, ветераны в парадных костюмах и нарядных платьях, на которых в строгом боевом порядке выстроились ордена и медали, были в приподнятом настроении, шутили и охотно общались. Отмечать праздники в России принято застольем. Под любимой песней военных лет ветераны смогли пообщаться друг с другом, поделиться воспоминаниями с молодыми и в очередной раз почувствовать важность того подвига, который совершили для своей страны. Сегодня в день победы советского народа в Великой Отечественной войне ветераны Махачкалы отдыхают. Рестораны торгового центра «Киргу». Я, как председатель Дагестанского совета ветеранов, хочу поблагодарить генерального директора и всех сотрудников торгового центра за то, что такое внимание уделяет ветеранам, и притом не разовые, а каждый год. Дорогие сотрудники торгового центра, это самый святой день для нас. У нас в зале сейчас сидят те, которые воевали на фронте, те, которые ковали победу в тылу, те, которые пережили тяжелые годы Великой Отечественной войны. Это дети войны. В зале те, которые восстанавливали все разрушенное народное хозяйство после войны. И хотел бы в заключение сказать, дай Бог, чтобы наше поколение, будущие поколения, чтобы никогда не слышали о войне, чтобы был мир в нашем Дагестане и в нашей России. Для ветеранов была подготовлена концертная программа. Воспитанники школы гимназии рассказали стихи, организовали хоровое пение Дня Победы, «Катюши» и провели флешмоб с запуском бумажных самолетов. К поздравлениям также присоединились артисты дагестанской эстрады и работники «Киргу». Алина Багилова, Гаджи Магометов, телеканал ННТ «Махачкала».